Денис. Вперед. Что, у нас все нормально, да? Да, все снимает уже. Все нормально. Все прикреплено. Точно. Блять, страшно. Все, можно прыгать, да? Давай. Прям прыгаю. Прям прыгаешь. Все с технической точки зрения правильно. С технической все отлично. Ух! Блять! Сука, мозг. Так, сейчас, я выпрыгну. Сколько мы стоим? Минуту? Почти две. Это плохо. Все, прыгаю, да? Давай. Фу, блин. Все, я прыгаю. Готовы? Полетели. Раз, два, три. Ёб твою мать! Ебись все конем! Это просто нечто! Знаешь, короче, когда первый раз с девушкой не можешь начать, вот то же самое. А когда попробовал, то заебись. Фу! Мама, роди меня обратно. Но страшно было, пиздец. Я думал, будет легче. Я знаю. Руками махал, да? Блять. Я не хочу сюда. Блять. Не двигайся, да я тут сам не двигаюсь, как бы. Фу. Ну-ка, скажи что-нибудь. Вот это после. Бля, было... Я пиздец, я боялся, 2 минуты стоял. Фу. Прыгнул, я думал, это все, короче. Но было вообще охуенно. Молодец. Снимите меня отсюда. Че, вот так вот, да? Потому что я лечу, я не могу сдержать, у меня крик. Сука. Не, ну прикольно. Я даже не понял, оттолкнулся или просто шагнул. По-моему, просто шагнул. Нет, ты, ну так, короче, полетел. Братишка, распутай меня, пожалуйста. Я домой хочу! Или можно меня поднять и еще раз прыгну? Давай, если хочешь. Не канает, да?